Телеканал КРТ представляє. І для 5 класу зробили для англійської мови зробили включення безпосередньо з Великої Британії. Давайте от зараз подивимось, що нас зачепило. Це якісь, знаєте, будні Содома і Гоморри. To go to church. And as you know, I really like color. So I actually had a very colorful Easter basket, pink. And one of my girlfriends embroidered me a bright рушничок. Ми подивилися зараз на чудову жінку, леді, міс, хто ще вона там, чи може вона містер, тому що вона зараз сказала, що дуже любить такого кольору рушнички вона робити зі своєю подругою. Це все, що ти услышав? Не все, тому що я трошечки насправді вражений от тим, що я побачив, і я не до кінця розумію, що взагалі відбувається. Ну, во-первых, я її нежно називаю лесбі-бабушка. По-другому никак. То есть, понимаете, ну, мало того, что, да, мы говорим о толерантности, мы такие толерантные, хорошо, мы уже к этому привыкли, окна Авертона двинулись, и мы к этому уже относимся, в принципе, толерантно. Но почему почему наши дети должны в этом жить? Почему мы должны трубить об этом на каждом углу? То есть, это уже не толерантность, это уже мы прививаем, правильно, какие-то там ужасно сумбурные ценности нашим детям. И вот эта бабушка говорит, нет, не о своей подруге, потому что girlfriend – это девушка. Вот у этой лесби-бабушки есть девушка, с которой она робит какие-то там рушнички на Великий день. То есть, понимаете, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Они празднуют Великий день, но они празднуют Великий день своей нетрадиционной семьей. Это просто отвратительно, и эта тема для меня очень больная, потому что у меня старшая дочка переходит во второй класс, младшая вот подрастает, пойдет в школу, но это же отвратительно, это же безумие какое-то. Почему наши дети должны в этом же, скоро мы с вами, вот как это сказать, традиционные, да, будем ходить парадами и просить нетрадиционных о толерантности, правильно? Ну, мы будем ходить парадами, а нас будут бить нетрадиционные, да. Так, правильно, как там в Евангелии сказано, да, скоро будет один нормальный, а 9 ненормальных, и все будут 9 ненормальных считать одного нормального ненормальным. Извините за тавтологію. Ну, це, в принципі, такі події ми бачили десь років 15 тому, вони починалися на Заході. І зараз я бачу, що ми все ж відстаємо від Заходу. Ми тільки через 15 років почали вже це викладати нашим дітям. Извини, я переб'ю. Уже ж наоборот, Запад как-то наоборот отходит больше к теме сімейних цінностей. Да? Якщо говорити там о Трампі, який буде боротися за кресло президента вновь, то він уже ближе склонен к семейным ценностям, и он уже прямо протестует против вот этих вот парадов и всего, если слышал последнее его интервью. То есть как-то уже все начинают прививать другие ценности, а мы проснулись. Понимаете, ценности и вот то, что нам прививают, это разные вещи. Нам не нужна Европа ценностная, нам нужна Европа с их правильным отношением к закону, к законодательству, к законопослушности, но никак не к ценностям, которые нам чужды, нашему менталитету.